20 августа 17 год Харьков, 11:39 по Киеву. Парк Горького и колесо обозрения. Все выше и выше. Все выше и выше. Сколько же тут метров, я забыл? 55 что ли? Максимальная высота. А прикинь, если кто-то осмелится отсюда прыгнуть? Не, ну один раз так можно сделать. И камеру. А в обязательном порядке. О, глянь, тут вражда руку порсовывает. Парфума. Так. Сейчас нам будут открываться все красоты города Харьков. И это вот только начало. Это только мы на небольшой высоте. Ну ты же не боишься высоты? Нет. Ну, чуть-чуть боюсь. То, что тебя качает кабинку, не страшно? Ну, немного страшно. Так а что ж ты захотел сюда пойти? Ты меня заставил. Я тебя заставил. Вот ветерочек вообще в такую жару, это то, что надо. Ну, надеюсь, тут есть подушка безопасности. Она сильно поможет при падении с такой высоты, конечно. Не очень. Так, вон у нас ориентир номер один. Вот. Телевышечка. Ой, боже, мы на такой высоте, что вообще остановка. О, кран. Глянь, кран. Что-то строят. Это освободрение выше. Да это сейчас просто кругом по Харькову строят, перекладывают, перестраивают. Человек боялся его построить, это колесо. Да, это так. Немало. Ну, вон у нас блестит. Церковь. Церковь, да. Ой, я вижу американские гонки. Ой, ну, гонки. Что такое? А? Татуя про свое. Церковь Матроны Московской, это на Салтовке. Что-то не очень похоже, что мы едем. А, вон Успенский собор, по-моему, да, это он. Что-то я не сориентируюсь, да не он. Вроде то здание, от которого мы пошли по кругу. Да? Что-то не хочется через стекло фокусироваться. О, господи, а что это тут за стройка такая огромная? Я ж тебе про это и говорю. Что за стройка? Так, а там у нас на стадионе Динамо идет 32-й международный марафон. О, кидал. Прикольно. Тебе не страшно? Не, я высоты не боюсь, сыночек. А бы ты не прыгнуть на ту кабинку? Из этой на ту кабинку. Вот это уже не страшно, это уже просто глупо. Ой, теперь мы видим, что у нас на кабинке. Смотри, смотри, не ударься. Обо что? Да, тебя сковывают. Желательно не обо что, да?
попробуем отсюда увидеть речку. Не пойму, лежит. Давай попробуем. Чуть ли не как мечеть выглядит. Давай попробуем найти речку отсюда. Какую речку? Ну, нашу. Да не, она. А, вон Успенский собор. Классно? Страшно. Страшно? Что ж страшного? Красотища какая. Красотища требует жертв. И вот мы жертвы. Красота требует жертв. Горит у нас там что-то. Где? А вон, видишь, дымы. Дома? Дымы, дымы. Так, а мы уже на пике, да? На пике? Так, когда вы на пике, вы ближе всего к пике. Я понял. Да, здоровенный город, конечно. Да. Не видно конца. Наш город не здоровенский. Это наша земля здоровенная. О, мы спускаемся, аллилуйя. Слушай, я так боюсь. Вот те раз, ты ж смеялся с мамой, что она боится, а сейчас сам боишься. Просто реально страшно, я так не смотрела особо вниз. О, теперь мы делаем. О, снизу есть кабинка. Ну, а он наш Газпромчик. Такой ракурс, конечно. Необычный университет. Ты же не собираешься двери открывать? Мух сюда запускать. Эй, да скоро я сам стану мухой. Ну что, надолго тебе хватит впечатления? Думаю, что надолго. Точнее, не надолго. А ну-ка, я где-то видел банку, где он? А, вот. 40 гривен делов для того, чтобы немножко побояться, да? О, а ну-ка, сделай вот так. Тебе вот сюда будет нужно. Ганище. Ой, стрёмно. Стрёмно. Да, ветерочек такой не слабенький. Даже кабинку качает. Это не этого. Это не этого. А чё? Она сама качается, как будто спускается. А вон гномики на колокола, я их не видел никогда. Какие гномы? А вон, смотри, мы как раз к ней спускаемся. На крыше. Гномы-звонари. Ой, стрёмно. Как будто у них глаза... Посмотри, какие у них глаза. Как
А вот ты их ударилась на 5 тысяч логики. Тебе 5 минут на этой высоте страшно, они там на постоянную торчат. Конечно, у них глаза уже. На выкате. Как будто я их ударила за 5 тысяч логики. Работать громоотводом не самая лучшая профессия. Да, ну зимой, конечно, чуть поинтереснее здесь снимать, потому как зелень не скрывает архитектуру. О, столы из Кока-Колы.